Мы снова в прямом эфире. И сейчас состоится третий тур Суперкубка ДТС против Quiet Gaming, они же бывшие НГА. Со мной комментирует, ну, в студии ТАФа, как всегда, естественно, и со мной комментирует игрок CSC Arena Мага Могила. Всем привет, ребят, опять я вернулся к вам. Хочу поздравить всех как бы с хорошей игрой донецкого Шахтера. Мы только что с ТАФой наблюдали, как матч закончился со счетом 1-1. Ну, мы с ТАФой, соответственно, болеем за Шахтер. Ну и поэтому очень рады. Давайте теперь поболеем за хорошую игру от команд ДТС Chatrix и... И Quiet Gaming. Quiet Gaming. Теперь просто они... на улице сейчас в Донецке просто... Сейчас просто фанаты и на улице, и где только нет. И в клубе они везде нас сейчас просто задавили. Но я думаю, что не будет нам мешать этот шум внешний трибун. Вот на эту игру. Так, ДТС Chatrix против Quiet Gaming. Ну что ж, кто же победит? Ну, очень знаю, вот все расклады я перед матчем. Про ДТС мы вам очень много раз говорили. Они сейчас тренируются очень упорно. Уже там больше недели находятся... В Днепропетровске, да, на буткемпе, да. Все вместе. Ну, состав Джонта Днепропетровск, Валентинович Донецк, Попс Днепропетровск, Ангел Кейв, Маркелов Днепропетровск. Quiet Gaming, вот честно, не знаю, по городам, вот я только вчера посмотрел состав Escalate и тоже увидел, что не из трех городов на самом деле. Из трех городов, то есть. Да, и, там и Цесис, и Юрмала, и трое из Риги. Вот, возможно, в Quiet Gaming также, я вот пообщаюсь дальше с игроками, буду знать о них больше. Ну вот пока что Фанни, Камилка, Викер, Псих и Даг, вот такой. Так у нас ножи. Кто же кого порежет сейчас в салат? Валя Вау делает минус. Марик, Ангел. Ой-ой-ой. О, да, интересно. Кто остался? Ангел. У Л. Насколько я знаю, 1-1. 1-1. По 45 хп. Неужели 1-2 вытащит? Психморозится, видно. Какая-то атака. Очень напряженная ситуация. Все, посмотри, развернулся и наказали. Наказали за это Ангела. Просто все тут, да, парад, посмеялись, да. Лол, ну, не знаю, Маджик. Тут, может быть, и не лол, если сейчас Quiet Gaming выиграют пистолеты, выиграют ножи. Да, будет очень интересно. Мне кажется, вот ты знаешь... Ты слышишь, что творится на улице в Донецке? Да, вот реально, я думаю, мне кажется, даже наши слушатели слышат сейчас, что происходит на улицах. Фанаты сейчас гуляют по городу и кричат «Оле-оле, Шахтер чемпион». Ну, в общем, поехали, ребята. Да, поехали. У нас Counter-Strike, у нас другие чемпионы. ДТС и Quiet Gaming. Кто же сможет кого обыграть-то? На самом деле, я сейчас болею за Зарубу. То есть, как бы у нас первая игра. Керчнет против Пинча. Интриги не было, на самом деле. Не было интриги. То есть... А сейчас, мне кажется, вот... Quiet Gaming. Quiet Gaming. Надо запомнить. Начинают за дефенс, то есть как бы я считаю, что более за сильную сторону. У них есть все шансы отобрать очки у претендентов на победу. Да, первые два матча. Марик делает минус с пристройки. Каешка в будку как пошла. Джон-то уже внизу. Без планта, правда, но это хаос. Это хаос сейчас. Даг за ним пополз сразу же. Посмотри, Ангел еще минусует. Молодец, Джонту поймал. Итак, а Ангел у нас где делает минус? На рампах, да? Да, Валентинович уже. Ой, ну очень быстро двигаются ДТСы. Флешка затормозила, ребят. Наверное, Валентинович, да, тут готовит флешку. Вот Валентиновича запустили. Ну все, мне кажется, что... Ты видел, как Валентинович резкий, какой парень. Да, на самом деле техничный игрок, как бы... Особой, да, стрельбой он... Не блещет, но у него техника просто, на самом деле, техника движений, техника забрасывания гранат. Все очень четко, на высоком уровне. Ну и стрелять, на самом деле, он в последнее время начал, да, очень хорошо. Да, согласен, кстати. То есть пускает, я видел даже он топ-10 фрагов, он, по-моему, на третьем или на четвертом месте на Б на Инферно. Он 4 хедшота разложил таких, что мама не горюй просто. Ну давай последим за Валентиновичем, 1-0, ДТС выиграет пистолетку, но вот Quiet Gaming, они обыграли Керчнет на Инферно, они, вот честно, не помню, кого выиграли в первом туре, но тоже две победы, как у ДТС, ДТС также обыграли Керчнет в первом туре,
Ну и с двумя победами также идут суперкубки. Вот, правда, на Нюке смотрели мы ДТСов, и вот что могу сказать и про ДТС, и про Кирчнет. Ну, Кирчнет уже отыграли, но вот сейчас играют ДТС в атаке. У них сумасшедшая атака, просто сумасшедшая атака. Ну и не менее сумасшедший дефенс. Вот стоит последить сейчас за парнями. Видели мы недавно матч в рамках ЛКУ Украина. Там ДТСы просто уничтожили своих соперников. А вот сейчас... Ты имеешь в виду игру с Просто, да? Да, да. Вот просто уничтожили. Вот честно могу сказать, что ну, настолько расслабленно играли. Так, ну давай посмотрим. Открывает давай дверь. Давай играть Суспом. Емелик недовольный сидит. Следит за трансляцией, очень недовольный. Ну, понятное дело. Но, опять же, про Просто говорим, что нужно чуть подсобраться парням, и будет все круто. Так, ну, пора уже план ставить. Валентинович по-любому куда-то нужно ему кинуть флешку. Вот, все еще и дым сейчас кинет. И сейчас еще и флешку. Ну, это Валентинович, это просто человек-граната. Если вот у нас Блейда, да, иногда там как-то там называют человек-банан, да, вот который он классно держит банан, все. Но это человек просто граната ходячая, банка. Вот честно, очень приятно за ним следить. Вот давай посмотрим дальше, как будет. Два, на самом деле ситуация это двое против одного. Наминусовали Квейнт, и сейчас Дак остался один. Ага, он цеви така. Ну, правильно, парень думает про следующие раунды. Все, бомба взрывается. Следующий раунд у Quiet Gaming будет да, один девайс. Один девайс. И видим Desert. Взял. Но взяли Desert. Взяли Desert да. И рискуют. Не то, что рискуют, деньги будут закупка, а вот могут-то и поставить. Так, давайте с карты посмотрим на ДТС прострелы. Прострелы все 9 прошивают. Шьют девятку, что у нас по ХП. И ангел, похоже, выходит на морозе и делает минус. Да, да запустили ангела на точку. Ну, без проблем. На эко соперников такое можно делать, там, несмотря на то, что один калаш. Вот Валентинович снова у нас будет ставить плант. И давай посмотрим за ним. Оп, оп. Валик прыгает, прыгает. Очень, ну, очень техничный в плане передвижения. Не знаю, нет лучшего игрока, по-моему, чем Валентинович. Да, мне кажется, что самый динамичный по движениям вообще парень в Украине, я бы так сказал. Да я не знаю, в Украине, он, по-моему, я и в Европе не видел. Вот, вот, просто вот. Кто не смотрел за Валентиновичем, посмотрите демки, просто его повки за игрой, то, что он творит, и это просто фантастика. Иногда, конечно, сам себя... Да, бывает, ну, не сам себя, а переигрывает. Перемудрил, бывает, да, перемудрил так. Перемудрил, переиграл. Зачастую просто на публику вот, ну, многие штучки делает. Но за это его, так сказать, публика любит. Итак, у нас счет 3-0, сейчас у нас байраунд. Очень интересно посмотреть за Quiet Gaming. Давайте посмотрим, что они предоставят ДТСам в ответ. Да, респ ужасный, да, один. Я думаю, что парни из Днепропетровска это совсем не беспокоит. Думаю, что у них есть как медленный раунд, так и быстрый. Сейчас мы посмотрим, и так они закидывают дверь. С дефолта начинают. Ваня разменяются. О боже. Поджали, поджали. Прикинь, Квейн, поджали с Б. Дак дал два минуса. Ну, тут Валентин еще встретил. Вот это было глупо. Это было лишнее уже. Да, это реально было лишнее. Ну, вот Валентинович, это, я все-таки продолжаю за ним следить, ангел остался один, но у Валентиновича плант. Вот, вот сейчас парни... Один в два. Парни попали, да, вот в страшную ситуацию. Да, на самом деле, если ты остаешься один на один, я скажу по своему опыту, Тафа сам знает, это еще когда играл, если остаешься один на один против Валентиновича, жди, что он может прострелить с точки А на точке Б стекла и поставить на точке А плант на нюке. Может вытворить вообще просто сумасшедшие вещи. Этот человек реально один на один, один на два. Он может брать любые раунды фантастические. Да, ты но... помнишь, Тафа, когда на прошлом ДТС капе Валентинович прострелил из девятки на нюке сверху, с гнезда, прострелил... С кем они играли тогда? Ну... На точке Б ставящего плант. С хураями. Вот Емелик подсказывает нам. Да, хурай тогда попали в историю. Ну вот Валентинович, видишь, ну, все четко. Не мудрит, да, ставит на него плент. Вот то что есть, будет? А как бы Quiet Gaming, они тоже, ну, они играют не сжато, не рядом, но как бы собираются выбивать точку вместе. Давайте посмотрим за этим, что они будут делать. Так, Валик прочекал длинную, у него есть дым. Как, вот что он сделает с дымом, я не знаю. Вот он его будет применять. Так. Дым положил просто. Ага, положил.
Флэш дал в дым. Ну да, парень слепой в стеклах. Ага. Ой, нет, ну здесь да. Классно сыграл Фанни. Он, по-моему, это второй или третий минус за игру, если я, за этот раунд, если я не ошибаюсь. Ну там Даг дал несколько, давай да, посмотрим. Да, Даг подрашил, дал минус 2, и Фанни дал... Ну давал минус. Фанни 3 минуса за раунд делаем, отметим это. Да, минус 3 от Фанни. Ну, Валентиновичу не получилось потащить, но опять же, что ему нужно было? Ну, нужно было ставить плант. 3-1, первый раунд берут Quine Gaming, вот. Да, уже. Вот точно так же, кстати, начиналась игра и с Керченет. Они выиграли первую половину, там что-то 8-7, там бегали расслабленно, а потом получили. Ну, и опять же знаю, что Quine-то не готовились на ДТС, они это не скрывали, они говорили мне, парни, в Мирке, в Скайпе, что да, мы готовимся на ДТС и будем просто изо всех сил играть и давить. Опа, по-моему, попадают хедшотком. Да, 51 хп, одну 29. Пулю попадут в голову, да, видно, что ДТС простреливает очень хорошо, видно, Марик шьет. Заднюю, среднюю, все шьют наверху на апе. Ну, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что вот такой команде, как Quine Gaming, им очень тяжело играть. Как бы они сделали фурор, то, что они выиграли у Керченетов. То есть все просто против них будут, они будут знать, что, что эти парни способны на что-то на самом деле. Ну да, они уже спалились. Да, реально спалились, что они могут. Так что, то есть, как бы тут расслабленной игры от любого соперника нельзя ожидать. Так, Джон-то 25 тоже получил, ну, в ответку. Мне кажется, что, по-моему, у всей команды Quine Gaming очень... по половине очень мало хп. Ну, 29, 75, 25, 51 и 50. Да. Вообще сняли больше да. 50%. На самом деле, я тебе скажу так, если Quine Gaming сейчас возьмут раунд с такими хп, я им реально похлопаю. Респект парням будет. 25 уже, удак, 25 смотрим, да, 29, 75, 25, 51. То есть, вообще, вообще там около 250%, даже меньше, где-то 200 хп на пятерых. Вот Валя, от... Валя делает первый минус. Валентинович под флешку, там его запустили, под стекла. Что же дальше? Смотри, флеш наверх. Флеш наверх. Вот если хотите учиться стрелять и кидать флешки, то именно он да. может научить лучше всего. Крученные, верченые, резанные флешки, именно это от Валентиновича. Да. Можно мувик по флешкам сделать, вот чисто. Да, реально. Согласен с тобой на все стоит. Так, 2 в 3. ДТС в большинстве, но я думаю, что сейчас будет от контров сейв. Да, Камилка и Викер сейвят сейчас девайсы. Ну, все правильно, что делать. Но, в принципе, я думаю, что сейчас Quine, не знаю, как следующий раунд они отыграют, будут ли покупать 2 девайса и плюс Дигл играть, скорее всего, так и нужно делать. Мне кажется, что сейчас закупки не будет, потому что 2 раунда подряд... О, Камилка делает минус, просто 2 эко, второй и третий раунд... Quine брали дезерты. Мне кажется, там у них с финансами сейчас не все очень хорошо. Мне кажется, что не смотри, будет. 2 дропа могут дать. Вот смотрим, что они делают. Ну, фамасы. Реально фамасы. Да, не дают. Не дают они дропы. Эко с двумя девайсами. На самом деле, с экономикой там не все так хорошо, как на самом деле кажется. Ну, и вот сейчас Quine, по-моему, перестанет занимать точку А. Вот должна быть у команды какая-нибудь... пару тактик, вот, не в планте, а с улицы. Вот, по-моему, сейчас так и есть, да. 3Б, 2 с улицы. Видишь, что в девятку вообще никто не идет, а здесь идет быстрая аркада через дверь. 3 плюс 2, обычная старая схема, но очень эффективная. Дадут инфу. Ну, дают-то инфу. Ну, здесь уже и ангел заскочил с улицы. Просто, просто 3 плюс 2, очень четкие гранаты. Вот это всегда эта тактика получалась, и про нее просто забывают. Ну, против нее всегда нужно что-то иметь в своем арсенале. Ну, просто еще есть такая штука, как Джон-то в команде ДТС. Хороший капитан с очень хорошей стрельбой. Абсолютно с тобой согласен. И он вот настолько четко комбинирует тактики ДТС. То есть он ДТС они не всегда повторяют. То есть он чувствует, когда нужно повторить раунд. Он чувствует, когда нужно вот как-то закомбинировать, когда похолдить, когда быстрее. Это настолько быстро. Вот разве что я могу кого отметить? Только Блейда, да? Блейда, да. Андрей тоже. Вот Андрей очень хорошо командой и никогда не было. То есть такое, знаешь, есть присутствует такая, такое понятие, что когда человек управляет командой, у него стрельба плохая, не на таком уровне. Ну не то чтобы плохая, в таких командах на таком уровне нету плохой стрельбы. То есть она может быть немножко ниже, немножко да, не выше, супер, как да, все остальные тиммейты. Да, скажем так. Попс вот. Только что увидел, поджимали попса на улице. С оружием, да, с оружием, был же эко.
Вот он раунд. От улицы заняли, не зашли, отдали точку аут. То, что я говорю, что будет сейчас квайт так, отдавать. 4 в 5. Очень интересно. Минусуют ангела. Как бы такого... Убийцу команды, я бы сказал. Хотел сказать, Камилка ключевой. Камилку уже убили, он поджимал там пятачка. Ну вот сложная ситуация. Вот нужно, чтобы кто-то будку контролил, да. И кто дефьюзит? Уже пора дефьюзить. А в каналах? В каналах есть кто-нибудь? Вот это сейчас сейчас увидим. Сыграть. Ну вот все взяли сейчас. Все взяли Quiet Game. В девятке был игрок. Все, не успевают раздефьюзить. Бомба взрывается. Джон-то остается один живой. 6-1 в пользу ДТС. Хороший раунд. Домашняя заготовка видно, что ДТСов. Да, ДТС сейчас пробует. Но звонил мне Джон, вот была такая ситуация, просил он не выкладывать сейчас воды ЛКИ, просил не показывать демки. Игры, да? Да, но опять же есть Хелты Орки, сказал, что извини, но мы-то не сможем, но вот с Хелты Орки я не успею договориться, так что вот старайтесь как-нибудь так, как-нибудь отрабатывать не по максимуму. Но в любом случае все тактики, почти же все, могут быть спалены и дальше. Потому что будет еще российская квалификация, а если они ее проходят, то 9-10 чемпионат мира. И там будет так же сложно. Но про эту ситуацию мы говорили, что немного вот сложновато поступили организаторы, хотя понятно, что они хотят сделать хорошую российскую квалификацию, классную уже там на месте событий, но как бы их компьютером команды прииграются. Но да. С другой стороны, сложновато вот в том плане, что паленые тактики. Ну, это не, по-моему, ДТС это не волнует. Смотри, как они 7-1 выигрывают. Квайнт нужно просто... Ну, они нету столько опыта, сколько у ДТС. Да. Вот ДТС они играли и с топами мировыми, и выигрывали лучшие команды. Конечно, мира. У МТВ, да. Как я уже говорил, ну, не знаю, у кого, может, своя лучшая команда мира. Там есть же еще Фнатик, ну, СК. Да. Но МТВ... Есть фанаты. Да, есть. Ну, вот мы видим, 3 в 5 остается. 2 в 5. Сразу это, серия это минусов. Это ответ от Quiet Gaming. И посмотри, Psyx AWP на планте. Ну, просто такой нестандартной игры я давно уже не видел. Ну, не говорит за себя. Да. Псих, на самом деле псих, согласись. Посмотри, он смотрит темную СВП, стоит среди точки. Ты реально увидел бы такое со стороны, сказал бы, псих. Валя делает Валентинович... два минуса, просто Валик. Порвал точку Б и сейчас накажет, а там все в планте. Вот Валик занял неплохо сейчас под девяткой, псих возвращается. Mm-hmm. И Викер, а так есть... здесь... Ага, а вот Попс? Сейчас Попс, что нам предложит Попс? Попс ничего, и Валентинович, ай-яй-яй, Валентинович отвлекся. Квайнт берут второй раунд, так, ну могли, вот люблю. Да, такие. Но все равно отметим игру Валентиныча, выбил он. Ну, у него сейчас вообще 11-3, пустота. Да, идет по фрагам нормально. Да ты знаешь, на самом деле, вот, когда говорят, вот он по фрагам. Да, фраги это ничто. Да, на самом деле, ты можешь дать 4 минуса на эко. А твой тиммейт даст очень важный минус, первый минус на закупке, и этот минус может решить всю игру. То есть, как бы, знаешь, то, что там сейчас, знаешь, шутит. Вот эта флешка от Валентиныча была, я просто... Ты видел это? Ну, ребят, тут просто... Тут комментарии излишние. Валя, просто... Валя демки. Да, Валик, давай свои демки, и мы будем их выкладывать, будем показывать ребятам. Ну, ого, один в один. Взяли раунд, но все равно я хочу отметить, вот Тафа много говорил про Валика, сейчас я эту демку не видел, эту флешку не видел нигде. Флешка была вообще, как я говорю в своей команде, королевская флешка была, очень интересная такая. Давайте посмотрим, 3-7, переломят ли ребята из Quiet Gaming игру. Так, 3-2, да, по-моему, да, делают? Да, по-моему, снова 3-2, сейчас будет раскидка апа, вот Валентиныч, ну, кто тут главный по гранатам, конечно же, Валентиныч раскидал нас, но дым не кладет, потому что там улица, конечно, проходит. Конечно, улица, а вот у нас, ага. Улицы нет, просто прошив. Они халдят, ты видишь, простреливают заднюю, ангел не спешит пойти, то есть это видно четко, что это приказ Вани, а вот Марик, да, тут не поспоришь, стрельба, конечно. Камилка дал минус, но его минуснули. Прострелил он с улицы. Джон. Ну и здесь уже все. Валентиныч вот залетает. Как он будет прыгать теперь, если вот бета Counter-Strike заработает? Как же он будет действовать? Мне очень интересно. Валь. Я думаю, ты знаешь, это такой человек, который придумает что-нибудь на самом деле.
Ты видел, Тафа, мувик на SK Gaming про бесшумную распрыжку? Бесшумную распрыжку. Но да, это... я думаю, очень многие видели. То есть... До сих пор работает Valve над Counter-Strike, до сих пор пытаются его пропатчить, но ничего не получается. И вот в бета мы это видим. Ну, это тесты. Вот если первый тест вот со звуком прыжка они решили все-таки всунуть, да, в официальную игру, то вот уже замедление Silent Run они решили оставить на потом. Ты знаешь, на самом деле, вот Джонта, капитан команды DTS Chatrix, выложил свой блог, в котором он решил поддержать петицию против этого обновления. Да, да, я читал. Там многие читал, игроки топовые. Да. Я абсолютно с ним согласен. Как бы, ты знаешь, я не особый юзер Double Duck'а. Как бы я считал раньше это читерством, но когда я вернулся в игру, я начал его точно так же юзать, как и все. И сейчас я абсолютно поддерживаю всех игроков. Абсолютно динамика пропадает игры. Где Валентинович взорвал только что игрока? Над будкой? На Б, по-моему. На Б взорвал? Просто зверь. Вообще зверь. Валя граната. С крыши убивает человека гранатой на Б. Ну да. Это Валентинович. Девять видим, хороший РСП от ДТС. Мне кажется, сейчас будет... Ну, Валик, видно уже... Валик балуется уже гранатами. Уж под своих кидает. Просто кидает под своих. Ага, тут поджим идет своего красного. Викер делает минус. Как бы, ты знаешь, мне кажется, как бы не доигрались ребята из ДТСов. Нет, ну, скорее всего, ожидали эко, поэтому Валентинович так просто раскидался. Думали, что эко сейчас будет, а... Либо там какая-то машина. Знаешь, я вот сейчас переживаю, как бы не переиграли ребята из ДТС. Валентин флешанул игроков вот здесь вот. И тут пошел поджим. Они полуслепые заходили на пятак, и их тут потушили. Как бы лол такой, я мог бы так сказать. Произошел. Так видно, Камилка делает минус. Лидер команды, если я не ошибаюсь, да? Да, да, да. Это лидер команды Quine Gaming. Он же овнер канала Прагфест. Ну, вот кто... Да, который... знает его хорошо. Да, знаком с ним. А, ну и наши средства связи. Кстати, парни, да, мы забыли, что у нас есть сайт Саверена ТВ, там должны быть комментарии. Вот я их сейчас обязательно почитаю, вот после этого матча. Есть у нас канал ВРЦ, ну там отписываются все. Сегодня вообще Ламыч там интервью давал какое-то там и днем, и вечером. Да, было дело. Мы сегодня общались с Ламычем там при всех. То есть как бы обсуждали, у кого какие проблемы, у кого что. Посмотри, какая-то аркада пошла безумная. Вот Валентинович... Валик взял... уже взял АВП. Ну, это старая история. Стреляет он с 99-го года. Вот, как да, только появился... и стреляет, я бы так сказал, очень хорошо. Ну, так получается, что в команде есть Маркелов, а Валентинович, он просто да. универсал. Он может брать АВП, он может брать кольт. Ого, какая ситуация. Не пускает его свой. Прошивают, прошивают, простреливают, видно. Похоже, что тип девятки красный. Валик 72 и допрыгался, у попса да. красный, по-моему, да? А, 60 хп. Нет, ну абсолютно сейчас играют. Ситуация попс против психа. ХП приблизительно равные, плант лежит на точке А. Да, вот здесь плант, здесь на ящиках 1-1 и 48 секунд до конца раунда. Ну контролит попс. Ага. Ну, просто nice headshot. Да. Ничего да. не скажешь. 10-4, ДТС, ну вот они вообще, говорил я, будет борьба, но ДТС показывает то, что, скорее всего, борьбы не будет. Ну, посмотрим, ну, дефенс у ДТСов там вообще сумасшествие сейчас происходит. Да, мы все вчера видели игру про 100 ДТС, как бы... Наконец-то про 100 собрались, да, на игру, но здесь попали под... Под пресс. Под пресс. Под каток, можно так, даже так сказать. Емелик сказал, сейчас Маджик после игры попадет под каток. Емелик, братан, прости. Не хотел тебя обидеть. Ой-ой-ой. О боже, два минуса. Как знаешь, как фраза говорится, когда парень делает два минуса с дезерта. Oh my sweet Jesus. Вот это произошло только что. Так, Попс и... Попс и Марик. Два днепропетровских игрока состава команды ДТС. Что же они сейчас предпримут? Егор идет, пробивает под флешку на Б. Итак, мы ждем минуса на рампах.
Прошив. А, идет. Минус от Попса. Размен. Нет. Фанни. Фанни достойную игру показал за контров. Да, лучше всех сыграл, проявил себя. Вот очень много минусовал, очень много важных, да, минусов. 17 фрагов сделал. Ну. Не забывайте, что у нас на сайте Cyber Arena TV теперь ведется статистика нанесенных фрагов с каждого оружия и в общем. Да, ну пока лидирует что. Лидирует сейчас, по-моему, Blade после первого тура. Я, кстати, там тоже есть на 6-м месте. Да, это по в общей статистике. Спойлкой Украина по, да, национальному чемпионату. А это суперкубок. Да, это суперкубок. Здесь есть статистика от Health TV Work. И вот я просто завтра уточню у парней наших, кто этим занимается, будет ли у нас статистика по суперкубку, потому что здесь немножечко вот разная ситуация, и много матчей игрались не на наших серверах, которые мы предлагаем командам, германские, там, шведские, а вот, ну, опять же, есть разные провайдеры, разные пинг, когда, да, подбираются. Есть Game Hosting, есть Very Games, есть... Да, то есть много как всего. Бы, да. И поэтому они не со всех серверов могли вот забирать логи. Насколько я знаю, сейчас гейминг доминирует почти в ЛК Украина, а гейминг доминирует почти везде. То есть в общей статистике первых три места занимают Blade, Strike и Хаос. Да. Потом идут два игрока из команды Одесской Маверик, Гиган и, если я не ошибаюсь, Скорб. Лучший АВПшник Виталий с КСК Арены, 18 фрагов на втором месте. Маркелов со статистикой 13 фрагов на 2 смерти. Да, ну и в остальных дисциплинах там агейминг тоже полное доминирование. Ну на просто самом здесь деле, статистика, да, против после одной игры Украины. А там еще будет два тура. И вот после, конечно, когда мы, да, после двух-трех туров увидим, тогда уже будет повеселее. Да, уже будет понятно все. Так, мы видим, у нас какие-то проблемы. Видно, что DTS ready, а у Quiet Gaming какие-то проблемы. Да, сейчас играют, кстати, на сервере команды Pincho. Да, Game Hosting Pincho. Спасибо Pincho за предоставленный сервачок. Пинг, в принципе, равный. 39 ровно у 39-38 у DTS, потому что они сейчас... Вот все в Днепропетровске, да, в компьютерном клубе Chatrix. Да, они играют турнир, они не играют турнир из домов, они играют турнир вот сейчас, да, на лайне, ну, не то, что, ну да, на лайне, можно сказать. Кстати, да, это абсолютно правильно, я считаю. Вентрила-то есть... может присутствовать, даже когда команда сидит рядом, но да, вот... Пару таких ситуаций видел, даже когда вот Агейминг приезжали в Донецк, когда они играли у нас на сцене в клубе Арена. Украина, финал. Да, они включали себе Вентрила. Ну, то есть, когда идут аплодисменты, реально можно даже не услышать друг друга. Да. То, да, есть парни включали просто Вентрила и тихо разговаривали себе в микрофон и нормально себя слышали. Ну да, Enemy не слышит. Ну и правда и DTS, и в принципе и Explosive все юзали Вентрила. Вот на сценах это очень полезная штука, потому что просто не слышно. Там вот человек, который сидит рядом с тобой, орет тебе в ухо, его может быть не слышно на сцене играет. Так, ну ждем рестарта. Напоминаю, 10-5, счет первой половины. DTS выиграли в атаке. Quiet Gaming пишут ready. И да, вот сейчас... кстати, хочу заметить, точно такой же счет, как и вчера был счет с просто DTS, но DTS начинали за атаку. Мы все вчера за дефенс, Емелик подсказывает, да? А, DTS начинали за атаку. DTS начинали за дефенс, да? Ну, сейчас мы посмотрим. Кунг-фу мастер, DTS Chatrix. Ага, это у меня, наверное, сервер Pincho с прошлой стороны, а сейчас сервер DTS, видимо. Ну, знаем, что любят подписываться. Да. Пересмотрелись мультфильмы, да, парни с DTS. Хороший мультик. Ты смотрел, Тафа? Да. Ну, возраст команды DTS, на самом деле, она вот по игрокам там не слишком взрослые парни. Там 19-20-21 вроде бы. Да. Но уже будка, не молодежь. Будка, будка, вот, прием. Камилка. Вот Валик все равно. Марик. Валик, хаешку все равно. Хаешку. Не знаю, покоцал он там кого-то или нет. Прыжки, стрельба, минус. Посмотрел наверх, успел посмотреть. Ну что же делает Валентиныч, а где же ангел? Ой-ой-ой. 1-2. Ну, там у Валентиныча... Похоже, у нас сегодня будет интрига, ребята. Если ангел сейчас две банки не поставит. Ну, прыгай. Ну, псих. Что 4, тут можно сказать? 4, псих. 1-0. Важнейший раунд для себя выигрывает Quiet, оставляют свои все шансы. Да, там, наверное, Вентрила сейчас ребята кричат. Найс, тащи. Ну и прочее. Вы сами все знаете. Блядь, ты... Это паника. Это просто паника.
Так, мы видим, что ДТС Чатрикс сливают с успами. Два поджимают природу, насколько я вижу. Это Попс и Марик. Там три человека. Три человека. Но... Ой, вот это, мне кажется, интересно. Они сейчас подсадятся на скалу, по-моему, да? Покажи, ну, возможно, да, но здесь уже выход на Валентиновича. Ну, сорвались там вот. Возможно, на скалу была подсадка, а ДТС. Они вообще такие очень интересные парни. Могут вот многие всякие интересные штучки проделывать. Но вот сейчас не получается. Я помню, первый раз такую фичу сделали просто в игре против нас. Джон-то выбивает один девайс, забирает. И опять история повторяется. Да, 2-0. 2-0 в пользу Quiet Gaming. Третье эко будет 10-7, играть. Да, общий счет у нас в матче. Ого, ДТС делает бай. ДТС делают бай. Да. Вот знаю я, что любят они эту штуку. Вот, вот как они не попали в девайс, мне интересно, как они будут принимать. Ты знаешь, мне кажется, что если... Квайнды готовились на них. Я думаю, они пересмотрели очень много демок. Мне кажется, что это будет, ну, не настолько неожиданно, как это было раньше. Один усп. Вот он палится. Мне кажется, нет, он это не усп. Палится. Да, он просто он палится. Палится. У него есть, да, девайс. У него, вот он, девайс. Ну, сейчас, на самом деле, нужно последить за командой Quiet Gaming, что они будут делать. Как бы... Они принимают эко, нет, они пока что ничего не читают игру, вот только когда кто-то постреляет, это скорее всего будет это... Кто на Б? У Попса 27 хп уже. Прострелили, похоже, да. Очень здорово прошили ребята ап. Ага, ну вот видишь, стреляют на ап такой. Ну прошивают, ну, пускай, да, там чуть провели. Баянистый на самом деле прострел. Ну как бы... Ну вот смотрим. Пользуемся, ребята. Фана на скале, вот там его сейчас Джон-то может встретить. Где же Фана? Да, на скале. Фанни настрелял 17 фраг за первую сторону. Ну что, и на А будет выходить. Давайте на А. Тут смотрим. Тут у Маркелова есть дива. Ой, как стоит. Ой-ой-ой. Это будет, мне кажется, сейчас будет баста. Марик сейчас. Так, две хае в будку. Флеш. Раскидка. Флешка открывает дверь с темной. 73 у Марика остается. Не, по-моему, ни один девайс еще не попалился. И на Б. Вот ой-ой-ой. Он, вот он. Да, это все. Тут и Валентиныч. А Камилка видно, что с МП5. Ты знаешь, вот парни бывает его называют оружие бумеранг. На самом деле на эко оно очень даже неплохо. Можно выпрыгнуть, выйти, кинуть оружие это за угол, оно за углом пацана убьет. И убежать обратно. Вот, но как бы против кольтов, фанасов. Без потерь. Да, без потерь, реально. Очень четкий раунд. Удивили Quiet Gaming ДТС своей закупкой. Интересная игра. Действительно интересная игра. Ну, вот шансов у Квайнтов очень мало. Вот сейчас они, я теперь понимаю, тут что у них по оружию? Ну, у них сейчас, мне кажется, у них просто эко полное. Ну, может, по флешке. Я вон видел дигл. Может, раскидают А. Я видел дигл на природу. Пошел, пошла раскидка. Да, раскидывают А. Калаши, бай. Калаши. Бай есть у Quiet Gaming. Ну, куда эта флешка? Просто вверх Камилка минусует. Взрывают в девятке Марика. 50 хп. Джон-то. Джон-то с под козырька сейчас. А, и как не убил, так! Да. Убил! И все-таки заканчивает он свое дело, добивает капитана команды ДТС Чатрикс. Так, Марик знает. Да, делает еще один минус просто. Еще! О, боже! О, май свит чизис! Дах просто решил этот раунд, на самом деле, ребята. Вот он называется Дигл Бай. Это жесткий был только что дигл бай. Ответ, да, такой? В ответ пошел просто, да, просто не ответ. Менее интересный так, раунд. Так, счет 3-1, и как бы у контров сейчас эко 100%. Я в этом вообще не сомневаюсь. То есть там деньги у всех были, у большинства. У всех, по-моему. Смотри. О, боже. Мага, ты сегодня... Ты знаешь, мне кажется, что я просто в эйфории от игры Динамо-Шахтер. И как бы просто...
с математиками. Не считаю просто бабки, ребят. ДТС, посмотри, ну что, Фамас. Псих, шута. Но рискует ДТС, они, по-моему, вот могут сейчас ну, поплатиться за свою вот эту вот игру. Ой, хорошо. Поджимают, да, под флешку сыграно, ребята. Надо прошивать. Так, 4 в 4, да. Ангел занял 0, и они уходят. Вот это они молодцы. Они заняли, увидели то, что никого нету. Реально ушли, сейчас они сядут по позициям. То есть видно, что Ваня там все строго. Мне кажется, он почувствовал, что сейчас может прийти борода. И нужно сыграть как-то очень грамотно, очень аккуратно. То есть сесть по позициям. Сейчас Камилка посмотрим. Сейчас может. Дал. Но тут там есть хилпа. Ага, там вот. Хилпа с 9. Ай-яй-яй, куда ж ты с флешкой, братуха? Это Валентинович, наверное, был. Да. Валентинович убивает людей флешками. Кидает им в голову. Поп сделает Камилку. Итак, да. Вот Фанни. Фанни очень интересно, что сейчас. Да, очень хорошо стреляет. Валентинович его не знает. Первой пулей по голове. Первая пуля, да, хедшот. Так, Марик и Егор. Два Егора остались. Егор Маркелов и Егор Попс, правильно что ли? Егор, да, Попс. Зиновьев. Вот. Так, они, похоже, идут брать раунд. Так, псих ставит плант. Что там? Маркелов. Вот это очень важно, что Марик идет с короткой. Да тут два игрока. Он сейчас законтролит. Ой, как хорошо! Ой, минус деньги, как говорят. И минус Маркелов. Просто это раунд Марика. Итак, посмотрим, что делать Фанни. Да, Фанни может поставить сейчас два шелбана. Не Маркелов. Просто раунд Марика. Что тут сказать, реально? Да, казалось бы, Квайнт тащит, но нет. 3-2. Вот какие-то у нас камбэки пошли во второй половине. То одни берут раунд, то вторые просто качели. А общий-то счет в матче у нас 12-8. 8, да. В пользу команды DTS Gaming. На самом деле, ребята играют, мне кажется, что та команда сейчас играет на, как говорит Ламыч, на морально-волевых потащили. Так что у нас у Quint Gaming будет тека, Тафа. Да пора уже. Пора уже сыграть эко-раунд. Хотя план ставили, подожди, план ставили. Не, эко. У парней глоки, то есть и так... В отдачу идти. Ну, сразу видно, что отдача. Я думаю, ДТС без проблем тут. Маркелов просто косит там на точке А. Вот Попс. Минуснул Даг. Вот хороший дигл. Стоит отметить Дага с диглом. Да, забрал Фамас. Что он теперь у нас покажет? С бурста, наверное, сейчас еще кому-нибудь щелкнет. Хочу, чтобы он щелкнул. Реально понравился мне очень. Хороший момент у него был. Я думаю, его нужно очень запомнить. Без бурста 3-3. Да. 13-8. И ДТСом остается буквально там взять пару ключевых раундов, и все, победа в кармане. И третья победа, и, возможно, там догонят они, во-первых, Форс по очкам. Команда Форс пока что лидеры чемпионата. Благодаря победе над командой Virtus.pro 10-20, да? Да, благодаря победе 10-20. Как бы я сам игру не видел, общался с тиммейтом, со своим, с Фоксом. Фокс говорит, просто в шоке. Говорит, смотрел, Virtus.pro выигрывали за атаку 5-0 вроде. Говорит, я выключил игру и ушел, говорит, гулять. А на самом деле не все так просто. Да, 9-6 тогда выиграли ВП. Ну, Финн, он не умер ни разу до победы за атаку, понимаешь? А у нас тут интересно. Вышли на морозе, как знаешь, прошивают девятку и выходят 3 на морозе с будки, насколько я понял. Такой раунд сыграли. Ой, ну сейчас они зажаты в планте. Да, вот. Зажаты. Ангел минус... Кирилл делает минус 2. Фанни его убивает. Попс. Егор. Вот Фанни, он... Фанни. О, не попал. Неудачная хешка. Ты понял? Граната бумеранг. Он кидал гранату в окно, она прилетела ему сзади. Да, обратно. Бывает такое на самом деле. Итак, 1-2. Нет. Попс убивает. 14. Бомба разминирована. План правдоставился. 14-8 уже счет в матче. И вот он ключевой момент. Вот сейчас... Должна быть закупка у Quint, да, так и есть. Вот если мне сейчас не возьмут, то все. Что сейчас у них происходит в Винтрила? Что, то есть у них... Ну, это то, что происходит, оно происходит, по-моему, не на русском языке. Так что... Да, я бы ничего, наверное, не понял. Это было бы неинтересно для тебя. Согласен. И вот смотрим. Аркада, дверь. Опять аркаду делают они. Фастуют на... Видишь, ребята готовы. Там град просто из девятки. Гранат, вылетают. Ну,
Марик, два минуса из девятки делает стандартно. Джонта подошел. Джонта прострелил двоих. Ой-ой-ой-ой-ой, Джонта. Вот это да. Вот мы пропустили этот момент, но да, его надо отметить. Он просто прострелил двоих вот сейчас на планте с улицы. Очень ключевые, кстати, минуса были. И 15-8. И что купят? Ну, диглы можно только купить. Все. Я думаю, что сейчас будут диглы и гранаты для раскидки. Ну, видно, Галил, калаш есть. Мне кажется, медленно сейчас надо сыграть. Ну, медленно что? Если ДТС рассаживается уже по точке, то... Ну, хотя нет, можно. Ну что, фастуют. На, заходят. Нет, прием сумасшедший. Да. Валентиныч, Ангел, Джонта, Камилка, Ангел еще. Все. Камилка еще это борется все до конца, но Боб ставит точку. Да, добивает. Это ГГ, победа команды ДТС со счетом 16-8. Вот, в принципе, ну, это официальный счет, еще будет доигрывать 6 раундов, но мы их смотреть не будем. Согласен. Мага, тебе спасибо за то, что сегодня со мной.